нас впереди еще более глобальные, еще более огромные задачи, которые необходимо будет решать нашему поколению, вам, нашей молодежи. Это буквально вчерашние выпускники. Это тот, кто, те люди, которые устроились недавно на завод, там отработали полгода, год. Много со временем шагают, подключают больше IT-технологий, свежий взгляд и подход со стороны. Где нельзя сделать технически, они подходят творчески. Я сказал, почему бы нет? Сходить, посмотреть, познакомиться с новыми людьми, новые знакомства. Вообще мероприятие классное. Эмоции, отставление своей точки зрения. Прям впечатление огонь. Это ребята нового поколения, это ребята, которые родились в конце 90-х или начало уже 2000-х. И отличительной чертой их является эта вот цифровизация. То есть они многие решения видят не путем механизации, а внедрения цифровых решений. Ребята ищут варианты, как цифру применить по максимуму. В отслеживании движения ТМЦ, в закупах, да, в выявлении тревожных листов. Это все пытаются решать через цифровые системы. Они, скажем так, мыслят некоторым уровнем комфорта. То есть, если, допустим, поколение, рожденное в 60-х, 70-х, они готовы работать в достаточно тяжелых условиях труда, то вот новое поколение, оно пытается создать очень комфортные условия труда. Нам есть в чем развиваться. Мы можем по-другому внедрять свою работу, решать проблемы, внедрять дизайн мышления. Мы можем разрабатывать проекты. Мы посмотрели, кто каждый как работает. Тот проект, который был создан нашей командой, мы будем стараться, чтобы этот проект дошел до логического завершения, для того, чтобы мы внедрили на своих предприятиях, и чтобы это все применялось в работе. Каждая команда сейчас готовит проектную заявку, где она указывает проблему, какую хочет решить, решение, которое они предлагают, весь список участников, их телефоны, контакты. Эти все данные собираются, обрабатываются и рассылаются целевым подразделениям, которые изучают эти проекты, и если они считают, что проект интересен, с ними связываются и берут в работу.